необъятных пространствах Южной Сибири, от Енисея до Байкала, протянулись на сотни километров величественные и суровые горные цепи Саяны. Исполинскими окаменевшими волнами вздымают они к небу свои гордые вершины. Неподалеку от тех мест, где смыкаются могучие хребты восточного и западного Саяна, в таежной глухомани затерялось селение Верхняя Гутара. Отсюда летом 1957 года начала свой поход в самое сердце Саянских гор небольшая группа московских туристов. Здесь они встретились с Тафаларом Григорием Тутаевым. Тафалары – коренные жители Саян, прирожденные охотники и следопыты. Знания и опыт Григория должны помочь в трудном походе. Уточняется маршрут. Сначала сквозь тайгу к берегам Агульского озера. Потом переход к подножью пика Грандиозного и восхождение на одну из труднодоступных безымянных вершин. Затем одна часть отряда возвращается назад, а другая выходит из Саян по реке Козыр на плотах. Ну что ж, по поводу маршрута договорились. Снаряжение и продовольствие, рассчитанное на много дней, весит немало. Понадобятся помощники, олени. Оленеводство – одно из основных занятий тафаларов. Круглый год они перегоняют свои стада в поисках новых пастбищ. Летом тафалары поднимаются вслед за кромкой тающих снегов высоко в горы, спасая оленей от гнуса и повода. Судя по встрече в стойбище, транспорт будет обеспечен. Вслед за юными любителями оленьего молока решились отведать его и участники похода. Оказалось и вкусно, и сытно. Сборы закончены, и на следующее утро в поход. С первых шагов начинаются таежные испытания. Каждый метр здесь дается с трудом. Но жаловаться на состояние дорог некому. Постепенно все привыкают. И вскоре стволы деревьев, переброшенные через поток, уже кажутся совершенным средством переправы. Река встает сплошной стеной, лишь изредка появляется в ней просвет. Но и здесь путь преграждают завалы бурелома и поверженные столетние кедры. Три дня тяжелого пути, и отряд выходит к первой цели похода – Агульскому озеру. Его рождение относится к далеким временам, когда в Саянах происходили тектонические сдвиги, грандиозные подъемы и опускания земных пластов. Глубина озера более 100 метров, а температура воды даже в летние месяцы не поднимается выше 8 градусов.
Прекрасные его берега, угрюмые, неприступные, поросшие непроходимой тайгой, то приветливые, с пологими песчаными отмелями. Большой интерес, причем не только научный, но и гастрономический, вызвали обитатели озера. Оказалось, что едва ли не каждого в отряде привлекают лавры умелого рыболова. Ведь ловля спиннингом кажется, на первый взгляд, простым делом. Там, где берет начало река Агул, лов шел особенно удачно. Пресноводные лососи таймени весом в 10, а то и 15 килограммов нередко разнообразили стол экспедиции отменной лихой. Как ни прекрасно и гостеприимно озеро, пора двигаться дальше. Все чаще преграждают дорогу бурные ледяные потоки. Не всегда удается переходить их вброд. В этих случаях, отправив в обход оленей, приходится применять другой способ переправы. Наиболее сильной и ловкой спускается на прочном канате и раскачивается, как маятник над пропастью. Первая попытка не увенчалась успехом. Теперь все в порядке. Навесная переправа готова. Сначала отправляются тяжелые заплечные мешки, еще одна проверка не повредит, а затем уже участники похода. Несколько дней отряд вступает в зону альпийских лугов. Здесь можно встретить высокогорные пионы, бадан, анемоны, рододендроны, хрупкие аквилегии, их еще называют водосбором. Повсюду известны огоньки или жарки, но и для них найдется место в гербарии. Вдали, в туманной дымке, показался пик грандиозный. Кажется, недалеко до него, рукой подать. А в действительности, чтобы приблизиться к его подножью, потребовалось еще несколько утомительных переходов через перевалы, по горным кручам, и по каменным осыпям, курумам. Самую высокую вершину грандиозного тафалары называют Ашкиняк-Кайбетык, что означает муж. Чуть пониже, в кольце ледников, покорная жена Корняк. Еще ниже безжизненные скалы, а у подножья широкий пояс альпийских лугов.
До краев заполнен рабочий день в отряде. Участники похода занимаются научными наблюдениями в окрестностях лагеря. Несколько раз в сутки измеряют температуру воздуха. Отмечают границы летнего таяния наледей в руслах рек и снежников в наклонах гор. Изучают направление и скорость господствующих здесь ветров. Собирает образцы горных пород. Саяны богаты золотом, графитом, железом, кобальтом, слюдой. И каждая находка, каждое наблюдение могут пригодиться для дальнейшего изучения и освоения края. И в часы отдыха у костра чаще всего разговор заходит о чудесной природе саян. Вот только зимой, наверное, этот край делается угрюмым и безжизненным. Не согласен Григорий. Своя особая красота в саянах зимой, когда снег покрывает распадки и горные склоны, когда в объятиях мороза умолкают реки, когда все вокруг словно застывает в непробудном сне. Но не спит, полна жизни тайга. Обитатели тайги хорошо чувствуют себя, несмотря на жестокие морозы и глубокие снега. Туго приходится лишь медведю, не сумевшему вовремя залечь в берлогу. Только один след редко можно встретить на сотни километров вокруг. След человека. Мороз, снега. А для охотника это самое горячее время. Тайга для него, что открытая книга. Но читать ее надо умеючи, не торопясь. Здесь, например, явные доказательства разыгравшейся недавно кровавой драмы. Следы преступника уходят вглубь тайги. Верный помощник начинает преследование. А вот и сам виновник происшествия, Соболь. Чувствуя, что от погони не уйти, он ищет спасения в надежном укрытии под буреломом, куда действительно невозможно добраться ни собаке, ни человеку. Но как ни хитер Соболь, и на него есть управа. Раз не удалось взять его сходу, придется поставить сеть и вести осаду. При таком способе охоты можно выжидать часами, а иногда и сутками. Но дело того стоит. Живой соболь ценится много дороже. Не последнее достоинство для охотника – терпение. Однако ждать приятнее со всеми удобствами. А у соболя выдержки не хватило. В страхе он бросается в поисках выхода и тем самым предупреждает охотника. Пора. Богатая добыча. И соболь сохранил себе жизнь.
Теперь он отправится в питомник. Так бродит охотник по тайге, пока не наступает время возвращаться домой, в долину. Все сильнее пригревает солнце, начинают таять снега. Прозрачней, звонче становится весенний воздух. Оживают скованные льдом водопады, набирают силу и с ревом бросаются вниз по ущелью. «Да, хорошо здесь зимой», — говорит Григорий. «В любое время года в Саянах своя красота». Спустя несколько дней штурмовая четверка отряда начала восхождение. Впереди могучая безымянная вершина. На ней еще никто не бывал. Об этой вершине тафалары сложили легенду. Там живет всесильный хозяин гор и тайги. Горе тому, кто осмелится нарушить его покой. Так рассказывали в давние времена. Теперь люди сами хозяева края. Путь к вершине лежит через фирновые снега и ледники. Надежным, сверкающим панцирем они прикрывают грудь саянского великана. Восхождение оказывается не всегда подъем. Порою, чтобы продвинуться на несколько шагов вверх, приходится спускаться на десятки метров, там, где встречаются широкие трещины с потоками талой воды на дне. Но иногда спуск происходит не по своей воле. Только благодаря страховке пострадавшему не пришлось измерить всю глубину трещины. Поскольку все обошлось благополучно, такая прогулка под лед даже полезна. Она заставит быть более внимательным и осторожным. Все труднее подъем. Все ближе вершина. Даже снег не задерживает на этих склонах, гладко обтесанных, будто отполированных свирепыми ветрами. Еще несколько шагов, и вершина будет взята. В эту минуту так и тянет оглянуться на пройденный путь, по-хозяйски оглядеть высоты землю. Цель достигнута. Отныне пик получил название «Фестивальный». На высоте около 3000 метров погода особенно непостоянна. Надвигается туман. Он окутывает ближние вершины. Надо спешить вниз, иначе можно оказаться надолго отрезанным от лагеря. Белая пелена становится плотнее. Исчезают в тумане ледники, скалы, долины. Точно все вокруг безмолвно погружается на дно молочного океана.
Еще несколько переходов по горным тропам, и участники похода вышли к последнему этапу маршрута – реке Козыр. Отсюда часть экспедиции должна будет спуститься по этой стремительной прозрачной реке, проложить путь в долину на плотах. Остальные вернутся вместе с проводником в Гутару. До свидания, Григорий. Спасибо тебе. До новой встречи. Лучший материал для плотов – сухие еловые бревна. Они мало намокают и долго сохраняют лучше. Строить плоты без единого гвоздя, без железных скоб и проволоки – само по себе немалое искусство. А для горной реки плоты должны быть при этом особенно прочными, чтобы выдержать удары о подводные камни, легкими, так как им нужна маневренность, и вместе с тем достаточно тяжелыми, чтобы их не швыряло, как щепки. К тому же они обязаны быть безотказными в управлении, обладать большой грузоподъемностью, одним словом, иметь массу достоинств и никаких недостатков. Наконец, оба плота готовы. Плавание начинается. Первый день проходит напряженно. Осваиваются плоты. Изучаются особенности реки. Ведь реки как люди. У каждой свой характер, свои привычки, свои капризы. Равномерно двигается гребень на носу и корме, внимательно наблюдает за рекой экипаж. На первом плоту пошли пятеро, не считая собаки. Она устроилась со всеми удобствами, не обращая внимания на красоты природы. Река все чаще встречает на своем пути каменные преграды. Все ближе подступает к ней скалы. Все упорнее перегораживает ее дно, гранитные пороги. И тогда на поверхности появляются тревожные буруны. Скалы теснят, сжимают реку. Она, словно стремясь ускользнуть от них, ускоряет свой бег. В этом вечном споре с гранитом река одерживает немало побед. Вот следы ее неутомимой энергии. Огромные котлы, выточенные водой и валунами. Причудливые каменные узоры, подводные пещеры и лабиринты. Все это сделано, конечно, не в один день. Здесь в счет идет на века и тысячелетия. Словно предупреждая об опасности, доносится грозный рев порога. Теперь держись. Стоит плоту чуть больше стать поперек течения, и тогда он во власти реки. Впереди еще более серьезные испытания. К нему надо подготовиться.
Для этого высылается разведка. Она должна приглядеться, изучить противника, разгадать его слабые места, наметить задачу для каждого члена экипажа, определить, где пролегает та главная струя, которая поможет плоту ускользнуть от ударов порога. Порог приближается. Хочется остановиться, собраться с силами, но река не дает передышки ни на секунду. Волны со всех сторон наваливаются на плот и тянут в ловушку, на каменный барьер. Первый плот проходит удачно. Козырь будто спешит отыграться на втором плоту. Река врывается в узкое ущелье с отвесными гранитными стенами. Здесь скорость течения превышает 20 километров. Однако и это препятствие позади. Новый порог страшнее и сложнее предыдущих, но экипаж встречает его спокойнее. Уже появляется сноровка. Упустив добычу, река точно закипает от ярости, и эхо в горах откликается на ее рев. Но через несколько километров она успокаивается, смиряется, будто признает себя побежденной. Последний этап экспедиции, спуск на плотах, завершен. Снега уже прочно ложатся на вершины гор, закрывают перевалы и с каждым днем спускаются все ниже в долину. Путешествие в Саяны подходит к концу. Но в памяти тех, кто побывал здесь, навсегда останется этот суровый и прекрасный край, край нетронутой природы, который ждет сильных и смелых людей.